Всем привет! Сегодня у нас обзор по проекту ArtCoin. Итак, давайте же начнем. В настоящее время мир искусства непрозрачен. Постоянно наблюдается нарушение прав и свобод представителей различных слоев и направлений арт-индустрии. Особенно в последнее время появляется большое количество незаконных копий и подделок. Из-за этого повсеместно страдают не только авторы произведений, но и инвесторы, которые их приобретают. Подделки обходятся инвесторам в сотни миллионов долларов каждый год. Современное программное обеспечение ArtCoin, предназначенное для аутентификации изображений, исключает риск мошенничества и предотвращает подделку. Благодаря уникальному отпечатку каждого произведения искусства, которое зарегистрировано на блокчейн, а также его происхождению и индустрии, арт-индустрия теперь имеет совершенный уровень безопасности и прозрачности. ArtCoin производит пользователей через транзакции с использованием криптовалют, позволяет инвесторам получать выгоду от повышения безопасности и прозрачности смарт-контрактов. ArtCoin собирает информацию, которой обычные инвесторы не имеют доступа, при этом демократизируя арт-рынок и выступая в качестве связующего звена между инвесторами и арт-индустрией. Что стоит на основе технологии проекта ArtCoin? Прежде всего, это надежное программное обеспечение, которое аутентифицирует изображение. Каждое изображение будет иметь уникальный цифровой отпечаток. Благодаря сканированию и сопоставлению самых точных текстур и деталей и сохранению их в блокчейне, программное обеспечение ArtCoin делает произведение искусства уникальным и не поддающимся обработке. Программа будет в точности определять подделки и копии, какими бы сложными они не были. ArtCoin намерен охватить все области арт-индустрии. Их методы аутентификации полностью подходят как для индивидуальных коллекционеров, так и для крупных организаций. Очень простые и быстрые отчеты о состоянии, и сам процесс можно легко отслеживать. На основании этих отчетов легко предоставляются данные для страховых и логистических компаний. Благодаря этому отдельные художники наконец могут получить финансовую выгоду от перепродажи произведений своего искусства. Платформа поддерживает каталоги на основе блокчейн. Поскольку платформа, основанная на блокчейне и построенная на защищенных от несанкционированного доступа профилях, она создает специальные каталоги, где будут сведения о происхождении произведения искусства, его история и даже цифровые отпечатки пальцев. Друзья, на этом у меня все. Это был обзор проекта ArtCoin. Всем пока!